жизнь гвардии, старший лейтенант. Давайте передохнем в кошаре. А что, я бы не отказался от холодного кумуса. Алейкум ассалам. Да, конечно. Ой-ой-ой, сколько вас много. А вы здесь уместитесь? Да ничего, мы во дворе расположимся. Ну тогда пожалуйста. Вот, разойдись. Вот, разойдись. Давайте в дом. Айдана! Айдана, чай, айран, кумус, все на стол! Да. Разрешите. Господин гвардия полковник, к вам прибыл главный редактор газеты «Версия» Анвар Аманчаев. Хорошо, пусть войдет. Есть. Спасибо. Проходите, садитесь. Спасибо. Я все о статье. Мы бы хотели выпустить ее в следующем номере. Может быть, вы расскажете, были ли какие-нибудь интересные или даже опасные ситуации, где бы бойцы показали себя достойно? Ну, что вам сказать? Можете гордиться своим бывшим сотрудником, ныне лейтенантом Абуроевым. С поставленной задачей справился успешно. Сейчас с бойцами возвращается в расположение части. Он проявил себя как настоящий боец и командир. Видно, гены помогают. Выходит, Абуроев не только талантливый журналист, но и человек, обладающий выдающимися качествами, присущими военному человеку. Ну, скорее второе, чем первое. Хотя это мое частное мнение. А вообще, во время хода учений задача для двух отрядов заключалась в том, чтобы ограбление ювелирного магазина в самом центре Алматы. Люди в масках ворвались в помещение и вынесли изделия на сумму 15 миллионов. Посмотри, что происходит. Бандиты успели скрыться до появления. По-крупному работают бандюги. Серьезные. Слава богу, все живы. Правоохранительные органы надеются задержать
преступников по горячим следам. Мы будем следить за ходом событий. Оставайтесь с нами. Продолжим выпуск. Ты чё хмурая такая? СМС подруге не могу отправить. Сеть не ловит. Давай покажу. Смотри. Берем. Вот, СМС отправлено. Кстати, это мой номер, сохрани его. Хорошо. А вы лейтенант? Не, лейтенант, вон он, с дедом твоим разговаривает, а я сержант. Хотите еще? Вот, починил. Работает. Молодец, балам, рахмет. Ата, через месяц, полтора, я к вам приеду. Зачем? Вашу внучку хочу сватать. Стоп! Тогда не забудь про Колен. Не забуду. Месяц, полтора, я приеду. Разрешите стать, стой. Есть!
Ура! Правильно, право! Господин полковник, лишь состав батальона по вашему приказу построен. Заместитель командира батальона майор Маликов. Здравствуйте, десантники! От лица командования за успешно проведенные батальонно-тактические учения всему личному составу объявляю благодарность. Вольно! Вольно! Здравствуйте, уважаемый! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы? Все ли хорошо? И вам не хворать. Дай бог, дай бог. Мы тут с пути сбились. Да. Можем у вас немного отдохнуть? Ну что ж, проходите в дом. Айдана! Спасибо. Айдана, собери гостям что-нибудь покушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите. Вы извините нас за столь позднее вторжение. Мы у вас немножко посидим. Ничего, ничего. Немножко посидим и поедем. Спасибо вам. Не за что. Я пойду внучкой помогу. Да, спасибо. Спасибо. Серик. 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 Вот делает вид, как будто не слышит. Да дебил он. И кузнь воролся? Я-то смотрю, вот если ты на себя посмотрел, мы бы уже давно отмечали свое успешное дело. Сидеть теперь до темна. Да если б я знал. То есть все знали, а ты не знал? Серик, тебе пистолет дали не для того, чтобы чуть что сразу стрелять. Мозги для чего? Пистолет тебе заменяет твои мозги. И что ты сказал? А то и сказал. Думать надо, прежде чем стрелять. Серик, не надо было стрелять в охранника. Хорошо, что ранил. А если бы убил? Да нас из-под земли достанут из-за этого дебила. Кто дебил, Ты дебил! Да мы там все были, Не может! Не могу! Тихо! Оба сели! И вы садитесь на кровать. Бегом! Извините, отец. Вот такая нынче молодежь невоспитанная.
устроили здесь? Два идиота. Что один жжет другой, бараны? По мне так вы оба умом не отличаетесь. Один стреляет налево-направо. Другой говорит, что попало. Может, ты еще кому-нибудь что-то не договорил? Иди баранам расскажи. Иди. Извините, отец. Молодые, горячие, идиоты. Я знаю законы гостеприимства и никогда их не нарушал. Я вас сюда пригласил, и ты отвечаешь за этих людей? Я отвечаю за этих людей, и я никогда не нарушал законы гостеприимства. И не собираюсь их нарушать. Но все в жизни бывает первый раз. Я вас очень прошу не мешать нам. И никто не должен знать, что мы у вас были. Но если вы будете нам мешать, я буду вынужден нарушить законы гостеприимства. Иди прогуляйся. Подыши воздухом, остынешь. Заодно посмотри, что вокруг творится. Ты что, уставился? Вы же тоже уставились. Айдана, девочка, принеси еще кунса гостям. Внимание, взвод! Чистки оружия приступить! Отеки устранить. Взвод! Господин старший лейтенант, взвод производит чистку оружия. Продолжим.